Привет, друзья! Мы во Вьетнаме, город Дананг. Сегодня только приехали утром. Саши немножко поспал. Я сохранила видео. И у нас продолжается эпопея с моим компьютером. Мы ищем, где его починить. Нашли по Гуглу мастерскую. Идем туда. Но у меня по дороге сломалась моя маленькая белая камера. Так что сейчас снимаю телефоном. Может, нас таксист не туда привез. Вот, видимо, компьютер, лэптоп. MacBook. О, то, что нам надо, похоже на это. У меня какая-то засада просто сейчас с моими, с электроникой и со всеми моими этими материалами. Смотрите, вот сегодня еще утром работала, сейчас включаю, он не видит карту памяти. Я ее вытаскиваю, обратно вставляю, не видит. Мне вот молодой человек сказал, что, скорее всего, контакты в карте памяти зашкрябались именно сегодня, и нужно новую карту памяти. Ну как это так, сюда куча? У меня ретроградный Меркурий, наверное. Молодец, папа. Друзья, принц, давай, можно. Папа. Вот он как делает. Раз, вывел все на экран и диагностирует. Молодой человек. Его друг успел с нами сфотографироваться. Ну, сейчас посмотрим, как это, насколько бюджетно. И, в общем, в Начанге сейчас я выйду, чтобы не давать им идеи. Они сказали, что 900 тысяч будет стоить, и 2 дня надо. И поменять, они хотели поменять клавиатуру. Возможно, эти скажут поменять, но мне нужна клавиатура с русскими буковками-то. Ну, наклеить, если что, что-то можно, там, каким-то маркером нарисовать. Сейчас мне Саши, сейчас он договорится и... В смысле, переведет мне все, расскажет. Смотрите, какие у них большие экраны. А там рыбки. Внизу затопленный храм. Как будто бы. Вот мне нравится, когда много компьютеров. Значит, им доверяют, значит, эта мастерская пользуется авторитетом. Посмотрите, как много у них там старых планшетов и ноутбуков. Здравствуйте всем. Ну, в общем, все. Они сказали, что поменяют клавиатуру. Сейчас около 12, в 3 часа будет готово, приходите. Но буквы будут английские. Будем теперь эту проблему решать. А will you give me back the... А, сейчас, подожди, тогда я сделаю фото этих. Ага, сейчас. У Саши в его планшетике тоже проблема. Тоже что-то там такое не работает. Но мы ему же доверяем, поэтому он хочет и свой планшетик залечить. Мы это называем госпиталь для наших бэби. Он говорит, я думаю, что внутри влажность попала какая-то вода. Да, я, кстати, говорила, что в Ничанге такой... И в Хошимене дожди шли. И я ему говорила, закрывай окна, компьютер может пострадать. А он, нет, открой окна, мне жарко из-за твоего AC.
Я не перевожу на него, конечно, стрелки, но у нас уже в Варанаси было такое, что из-за влажности у нас тоже заглючился и сломался компьютер. Как ты нашел мой магазин? Саши говорит, Google очень хорошо мне сказал. Они там увидели, что у меня один шурупчик, или как он там называется, потерялся. Как он мог потеряться? Ну, у меня, конечно... Ой, дайте посмотреть, что там творится. Бедняжка. Ну что, поняли? Я, говорит, верю Гуглу. Вода попала вовнутрь. And this is this one battery, this is the other thing, you can see. Yeah, yeah. Okay. Now take this nickel. You want to clean? Yeah. Да, да, пожалуйста. Clean and demo bath for you? Yeah. Yes, clean and demo bath to 200. Yeah. Okay. 200, ага, еще тысяч. Okay. 3 o'clock, 3 o'clock, Vikam. Ava, can you take it, okay? This wire from computer, okay? Everything leave. So, see you 3 o'clock. No. Мы говорим, если пораньше вылечите нашего бэби, позвоните, пожалуйста. Они сказали, сфотографируйте все внутренности. Я не знаю зачем, я все равно ничего не пойму, если вдруг чего-то подменят. Там уже, наверное, менять нечего. Все-таки компьютер юзанный в таком темпе несколько лет. Здесь пахнет рыбой, пахнет жареной рыбой. Ну вот смотрю, какие-то цены. 10 тысяч, 12, 15, 17, видимо, напитки, может быть. Ресторан какой-то. Ну, пока поснимаю телефоном, там посмотрим. У меня еще одна есть запасная камера, и еще одна запасная камера. В общем, у меня еще много маленьких камер. Шуми, which color? No. White color, I need white color. Мне нужен белый маркер. Папа, right? Я. Сейчас, ага. 10 тысяч. Вот такой маркер я купила. Вернее, папа мне купил. Покажи, говорит, денежки. Он так еще и не разбирает. Thank you. Ой, берет такую пачку миллионов. Да. Ага. И пытается разобраться. They are originally vegetarian, all this South Indian. Most of them I know. Even in California I used to go to popular South Indian restaurant, they were only vegetarian selling. Мы заказали еду, и я вот решила сравнить две свои камеры. Вот у этой сейчас что-то сломалось, я не пойму. Это на которую я тут всегда снимала. Эту свежеотремонтированную, у нее ничего не сломано. Вот она даже 4К. Вот. Это не 4К, это просто Сонечка моя любимая. И мне сказали, надо попробовать поменять карты памяти. Вот сюда поставить новую карту памяти, и будет ли она работать. Блин, она не сломалась, она нормальная. Мама. Смотрите, работает. It's working, папа, окей. We can buy new one in Bangkok. Working. Only 25,000 rupees. We will try. Mama, давай, он говорит, полетели в Бангкок и купим такую новую. Но мне кажется, они больше не выпускают. Давай, отметим это дело и поедим. Я заказала себе суп, сейчас покажу какой. Вот я заказала такое seafood ко. Мама, Давай. Давай, cheers. Сейчас отмечаем.
кока-колочка. А Саши заказал вот это, egg fried rice. Саши уже принесли, мне тоже вроде как принесли такое же, но с рисом и с сифуд. Ой, муха пробежала. Но я заказывала другое, я суп заказывала. Вроде готова была съесть, но думаю, мне суп хотелось. Саши им сказал, они говорят, да-да, окей-окей. А у меня же, оказывается, еще и видео было, я им показала. Говорю, вот I ordered different. О, вот такая огромная тарелка, огромная прямо, да? Very big plate, да? Хорошо. Very nice, I am happy. Саша ругается. Мы показали адрес этой компьютерной компании, а ему почему-то спа набирают. Спасибо. Мимо проехал. Я увидела наш этот офис ремонтный. Я лучше выйду. Что-то он какой-то сильно странный. Саша говорит, он нас в спа хотел отвезти. Но он что-то говорит по-своему. Саба говорит. А ему переводит транслейтер как спа. Он Саше показывает спа. Саше, нет, нам не в спа. Нам вот этот адрес. Второй раз он саба. Ему опять транслейтер спа. На третий раз Саше уже распсиховался. Да не надо нам спа. Ну, этот повез и дорогу песни пел. И руками об стекло стучал. Мне даже страшно стало, честно говоря. Нет, я тоже не хочу назад с ним. Последний раз, когда мы так весело ехали, мы попали в аварию, оказался водитель-наркоман. Нет, дальше, I think. Не вот это вот? Не вот это вот? Да, вот это вот. Мы им написали, hello. Мы им написали, они говорят, все хорошо, приезжайте. Ого, ничего себе, выставка. Пикчу, да, конечно, я сделаю пикчу, сейчас, да. Обязательно пикча. И хочет с нами пикчу, сейчас. Very good, very good. So, very good. Thank you. Okay, thank you. Yeah, very nice. Thank you. А кто-то заказал уже. Ask price, just price. Вот somebody pay. Спроси цену просто, сколько этот somebody заплатит или заплатил. This one. Yeah. Okay. Only 7.4 million. Сколько это? 7.4 million. How it in dollars? In dollars. Сколько это в долларах? $300. А, приблизительно $300. $300. Угу. How old, how many years? About сколько лет? 5 лет ему. Угу. MacBook. No possible discount? This one, what? Такое это уже кем-то заказано. Possible? Possible discount? Yo. Папа. Сейчас тебе дадут 10-летнего. Давайте, ага. Давайте смотреть мою зайку из госпиталя. Чистый-то какой. Я его таким чистым-то и не видела. Но это новая просто клавиатура. А я без мышки не умею.
Так. Так. Надо что-то сделать. А, так, создать какой-нибудь листик. А, текстовый документ. You can see your laptop. It here. Да, ага. Ой, а что это было? Вот it was what. Here. Мама дорогая, это here. Он говорит, было вот такое у меня. And now. Here. Ага. I have clear and. Почистил. Сейчас пишем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Работает вроде так-то. Только надо будет... Я карандаш купила. Ай-бай. Я ведь не помню клавиатуру-то слепую. Это и краткое. О, Господи, нет, надо... Я разволновалась. Здесь должно быть ё. Да, это ё. Ладно, короче, я потом напишу или наклею. У нас раньше продавались такие наклейки. Да, писатель. Хорошо. Хорошо, thank you. Спасибо. Ну что, ты купил себе? Папа, хорошо, да. И вот этот вот карандаш сейчас использую потом. Ага. Надо трафарет, наверное, как-то что ли сделать. Хорошо. Ну что? Нормально все? Пришли к консенсусу. Apple купили, MacBook купили, нет? Клавиатура с их алфавитом. Саши хочет оставить хороший отзыв на их сайте. Да. Молодцы. Не, ну правда помогли очень сильно. У меня уже даже видео-то нету на завтра. Сегодня вечером последнее видео смонтированное выпускаю. И все, я не могла бы на 2 дня оставить. Мне некогда монтировать, это что же время занимает? А это не моя клавиатура? Нет, не моя. Кругом клавиатуры. Thank you. Вот, друзья, нам очень тут помогли. Он говорит, я думаю, что внутри влажность попала какая-то вода. Да, я, кстати, говорила, что в Ничанге такой, и в Хошимене дожди шли. И я ему говорила, закрывай окна, компьютер может пострадать. А он, нет, открой окна, мне жарко из-за твоего AC. Я не перевожу на него, конечно, стрелки, но у нас уже в Варанаси было такое, что из-за влажности у нас тоже заглючился и сломался компьютер. Пацаны такие молодые, разбираются во всем этом. Ну, как раз молодые пацаны в этом и разбираются. Давайте, я вам оставлю отзыв. Я, говорит, очень счастлив. We also very happy. Thank you very much. Ой, застеснялся. If have happened again, come here.
Of course. Если еще раз случится, говорит, приходите сюда, конечно, обязательно. Вот только случится, сразу к вам приедем, если что. Такси, да, надо вызвать такси. Отель Пандора. Пандора Хотель. Главное, чтобы тот таксист не вернулся, не принял наш заказ. Я его боюсь. Это он такой с песнями уехал туда. Хорошо, я увидела наше заведение. We have YouTube channel. We have YouTube channel. Later, yes, we travel and we show about our life. Да, later you subscribe. Ирина Хинди Лайф. Ну все, теперь надо ехать, еще немножко проверить и звонить нашим друзьям. Я даже поспала сейчас, вот часик. Оказывается, очень устала ночью в этом автобусе. И проснулась, не понимая вообще, где я, кто я, в каком городе, где нахожусь. Наше такси уже подъехало. Сейчас мы быстренько напишем хороший комментарий из моего телефона. Фоточки прикрепили. Надо подождать, потому что у меня их Wi-Fi, мой... Все, спасибо, спасибо за помощь. Давай, пойдем. Вот этот надо пропустить. И вот этот стремительный. Ох, Пикачу. I sit behind. Вот. Very good. Your problem finished, мама? My problem finish, I am happy. Very good. Вот это прикрепили, что там было. In 1 year we go 3 times to hospital. Да, за год мы 3 раза в госпиталь ездим для наших бэби. Так я работаю много и таскаю его везде. И по самолетам, и температурные перепады, и влажность какая бывает, там 80%. У меня тоже жабры скоро вырастут. Вот.